Доброе утро, уважаемые трейдеры! С вами Петр Соколов, финансовый консультант компании Amarkets. Сегодня нас ожидает довольно-таки интересная торговая неделя. Сегодня, в понедельник, не так уж много экономически сильных и значимых новостей, но по мере увеличения и по мере наступления следующего дня у нас будет много интересных значимых событий. А так, в основном, это завтра у нас будет во вторник индекс потребительских цен. По еврозоне будет индекс экономических настроений. В среду уже довольно-таки большее количество будет экономических новостей. В основном это по Англии. Средний уровень заработной платы, уровень безработицы. Также в американской сессии мы увидим запасы нефти. А в четверг довольно-таки большое количество новостей. И думаю, самая большая активность и волатильность на рынке ожидается. Ожидаются такие новости, как по Новой Зеландии внутривалловый продукт. Далее мы также узнаем, сколько будет показатель изменения уровня занятости. Соответственно, потом будет уже на европейской сессии решение Центрального банка Швейцарии по процентной ставке. Далее дополнят эти новости объем розничных продаж. По еврозоне индекс потребительских цен, решение по процентной ставке в Великобритании, базовый индекс розничных продаж в Америке, и, соответственно, эта неделя у нас ожидается очень насыщенной и торговой. Хотелось бы выделить значимые ценовые уровни для таких валютных пар, как евро, доллар и фунт доллар, и, соответственно, нефть марки Brent и золото. Евро-доллар, предполагаю, рассматривать такие интересные уровни, от которых можно будет покупать. Это уровень 1.1248, 1.1224, 1.1197, 1.1170 и 1.1140. Фунт, доллар. Интересные и значимые уровни, которые сыграют очень важную роль на этой неделе, составляют следующие цены. Это 1.3185, 1.3156, 1.32 ровно, 1.3250, 1.3223, 1.33 ровно. Для нефти Brent обращу ваше внимание на такие цены и такие показатели, как 49, 48.29, 47.59, 46.73 и 45.31. По золоту очень важные уровни, от которых стоит рассматривать пробои и отбои и входить в интересные позиции. Намечаются следующие уровни. Это 1340, 1333, 15, 1327, 40, 1321, 40 и 1314, 06. Уважаемые трейдеры, желаем вам отличной торговой недели. Пусть у вас будет сегодня много профита и на всей текущей неделе. Amarkets всегда с вами. Желаем вам успехов. На связи.